победой. Очень непростая игра получилась, несмотря на счет. Поделитесь впечатлением со льда. Да, хороший матч. В первую очередь хочу выделить болельщиков, потому что вся трибуна была заполнена и слышно каждого. Это действительно радует, мотивирует, и ради них мы выиграем такие матчи. Сегодня предстоял соперник, идущий на первом месте вообще во всей лиге. Насколько это добавляло, скажем так, положительных эмоций, что можно такого грозного соперника обыграть? Да в целом мы даже, наверное, никто не смотрит на таблицу, кто там на первом, кто на втором. Прошлый матч тоже был непростой, Локо, поэтому приятно выиграть у таких хороших соперников. Сейчас Степаном с Анником тоже разговаривали по поводу давления соперника. Очень много они играют в силовой борьбе, много хитуют. Насколько вам непосредственно было как нападающему против них представить, не сложно ли? Ну, в принципе, большие защитники у них габаритные. Да, где-то было непросто, но, в принципе, я думаю, все справились, счет на табло, и это самое главное. А какая сегодня все-таки, если так можно откровенно сказать, установка была? Мы играем первым номером, старались контратаки ловить. Насколько вот что тренер давал, какую установку перед, скажем, до еще 1-0? Да все игры мы играем одинаково, это контроль шайбы, в своей зоне попроще, знаем, что эти игроки, эта команда мастеровитые, могут решить любой момент, и сегодня там несколько раз нам даже повезло, там пустые ворота ребята спасали, поэтому... Здорово, что выиграли.